Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Джулия. И сегодня я буду готовить десерт очень вкусный. Это, поверьте на слова. Ну, покажу. И называется «Яблочное наслаждение» или «Яблоки в кляре». Так, вот, я сейчас яблочки почистила, удалила сердцевину. А сердцевину я удаляла при помощи вот такого приспособления. Одно яблочко я уже нарезала. И сейчас нарежу второе. Так. Вот, друзья, яблоки нарезаны. Нарезала я очень тоненько, не больше 1 сантиметра. Вот такие. А сейчас я буду готовить кляр. Для кляра мне понадобится. Сейчас пододвину тарелочку. Мне понадобится кефир. 1 стакан кефира. Мне понадобится, так, 3 столовых ложки сахара, 0,5 чайной ложки, пол чайной ложки корицы, также пол чайной ложки соды, всыпаю 1 яйцо, и еще мне понадобится ванилин, вот такой пакетик, там 1 грамм. И я его высыпаю. Так. И еще последний ингредиент — это мука. Здесь у меня 4 столовых ложки муки. И я отправляю в мисочку. Так, вот, друзья, тщательно все перемешиваю. В общем, одной рукой неудобно. Подключусь. Так, вот, друзья, вот такой кляр у меня получился. Сейчас я буду окунать в этот кляр яблоки и жарить на сковороде в большом количестве масла, то есть во фритюре. Вот, дорогие друзья, я аккуратненько подцепляю вилочкой яблочко, окунаю его хорошо. Все, и несу на сковороду масло. Вот так, друзья, у меня жарится. С одной стороны пожарится, переворачиваю на другую сторону и на другой стороне жарю. Вот такая красотища у меня получается. Смотрите, вообще безумно красиво. Вот, друзья, яблочное наслаждение или яблоки в кляре у меня готово. Но я даже вам покажу вот в разрезе, что это яблоки там в кляре. Очень-очень вкусно. Ну, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Будьте все здоровы.